27 августа 17 год. Харьков, Фельдман, Экопарк. Зоопарк. И львица. Красавица. Лев белый. Вон, смотри. Здесь дома никого. Рысь. Рысь куда-то сдриснула. Вот, вот это вот наши ребятки. Тигр амурский. Как тигр по клетке, да. Наглядная иллюстрация. О, это даже живая музыка. Вообще красота. Ух, а рыбины-то. Вот это да. Залазить на скульптуру заборонено, запрещено, но как-то и желания нет. С такими грозными видами. Так. Енотики, что ли, да? Будь ласка, негодуй ты тварин. Енот полоскун. Волки. Я представляю, как себя чувствуют еноты рядом с волками. Тут они такие тихие. Что тут можно посмотреть? На пенек в диких условиях. А, вон вижу верблюд. Пошли к верблюду. Где? У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Ой, Винни, посмотри, как они лошадку побили. Это не лошадка, это верблюд. Все равно жалко. Да, сегодня планирую добраться наконец-то до этого бассейна, чьи бассейна, пляжа. Маленький, господи, на улице бы встретил, внимания не обратил. И надеюсь, он на меня тоже. Даже затрудняюсь, что там такое сказать. А, вот она. Нос ухо. Ну, нос я заметил, а ухо. Не, не поймаем. Я, наверное, уже этим носом задолбали. Ой, это кого так с жилплощадью обделили.
ты, малекусенький. Туда? Смотри, какой красивый, смотри. Тхир. Тхир. Мама. Лучше бы я это вслух не произносил. Еще забанят. Обезьянки. Ты моя золотая, утомили тебя туристы уже, да? Любители живой природы. По стеклу не стучать. Да, здесь где-то был плакат. По стеклу не стучите, не открою. Очень остроумно. Макака в Эдмежи. Это вообще как? Макака и медвежья. Ой, а там вообще какой красавец. Вообще какая-то сказочный козел с рогами. Ой, обломался рожок или новый вырастает уже. Безумно какая-то красивая внешность. Нестандартно. Косульки, косульки. Животных не кормить, пожалуйста. Там обезьянки, обезьянки. Птица. А вот того павлинчика я помню. Я помню вон того. Была у меня версия, что этот павлин, его филейная часть, как раз то место, куда прилетели все стрелы Ивана Дурака. Какой-то альбинос. Сейчас, стой, никуда не уходи. Так, ну налево. Пойдем к тем, кто будет кушать. Пойдем. Ох, получится длинное видео. Тут, конечно, площади просто огромные. Ничего себе. Баранчик, овечка. Как-то меня решеточка это не впечатляет рядом с такой тушей. Ему и разгоняться не придется. Моргнет и снесет. Не заметил. Козлик. У животных специальный рацион. Не кормите животных. Ай-яй-яй, как же так?
Генета. Вот и маленькая забилась, глубоко не видно ее. Но она там. Уточки. Бабак степовой. Бабак — это тот, кто нам предсказывает погоду в феврале месяце.